Так, вот наш карп промариновался уже даже больше часа. Вот такой там сок уже начал литься. Короче говоря, за это время я подготовила такой вот другой сок. Приподняла немножко. Значит, здесь яблочки я сделала и лучок поставила посередине. Вот. Ну, такая, как бы сказать, шуба, да? Вот это. Как он? Карп. Так, теперь вот мне уже как бы его не страшно брать так руками. Так, наверное, вот так по диагонали его положу. Вот так вот. Так. Вот так. Теперь уже можно. Я приготовила еще фарш. Ну, как бы фарш для того, начинку такую, чтобы вовнутрь засунуть туда ему живот. Вот этот сок мы выльем сюда, потому что это же самая вкуснятина. Сок лимонный и специи здесь. Все, вот, дополнительно перемешаем. А эту начинку я приготовила, значит, следующим образом. Лук нарезала колечками. Яблоки. Вот морковки немножко натерла. Киви у меня было. И айва. Вот. Так что и вот всем этим сейчас мы начиним эту рыбку. Так, здесь вот звоночек идет. Так. Сейчас мы повернем таким образом. Вот, чтобы удобнее было видно вам. Так, где голова? Голова, наша голова. Иди сюда. Голова самая главная. Ага, вот голова. А там хвост. Так, ну что, открываем животик и наполняем. Ну, я думаю, что будет вкусно, потому что все ингредиенты использованные, они очень вкусные сами по себе. Ну, плюс еще специи и сок лимонный, это вообще объедение. У меня уже слюнки текут. Ну, в общем, нежданно-негаданно получился такой фаршированный карп. Так, ну, я еще хочу сказать, что под низом, под яблочками я постелила на противень пергаментную бумажку. Вот, чтоб, ну, если что-то там вздумает пригорать, оно тогда не пригорит так сильно. Вот это мы выльем. И все. Так, все. Вот так мы нафаршировали. Вот так вот, со всех сторон. Да, вот там, где порезы особенно, оно так вот смотрится симпатично. Здесь вот эта бумажка, чтоб не подгорала. Ну и хвост вместился. Ну, пусть будет хвост. Красивее с хвостом. А теперь в эти разрезы я сейчас еще вставлю туда мандаринку, и есть у меня киви, так что. Так вот, заключительная часть по приготовлению. Вот наш карп. Мандаринку. Вставила мандаринку и киви через одну. Вот такой он получился. Не знаю, мне нравится. Симпатично. Вот, фаршированный. Ну, теперь осталось только приготовить. Вот. Получился у нас такой карп на год дракона. Так что будем теперь выпекать.